Привет, интернет, с вами Илья, и это моя рубрика «Играем с комфортом». Сегодня я нашел очень классный и недорогой геймпад для наших зеленых роботов. Поехали! Перед нами геймпад от наших русских производителей ArtPlays, при этом сразу говорю, что он подходит как для Android-устройств, так и для iOS, PlayStation 3 и даже ПК. На самом деле это очень круто звучит, особенно если у вас есть несколько таких вот устройств. В комплекте нам доступен сам геймпад, кабель для зарядки и держатель для смартфонов. В собранном виде вот так вот все это дело выглядит, и по-моему очень красиво телефон смотрится с данным геймпадом. Кстати, он прекрасно держится и точно не будет вылетать. Что касаемо фишек, то мне здесь очень понравилось то, что при подключении у нас стики загораются в синий цвет, и выглядит это реально очень здорово. Кстати, сам геймпад сделан из пластика, плюс есть такая вот специальная вставочка, за счет чего его тоже держать в руках очень даже комфортно. По сути, это точно такой же контроллер, как для того же Xbox One или же PlayStation 4. В общем, те же самые кнопочки, курки, стики и, в общем, все то же самое. Также я использовал специальные накладки для стиков, чтобы защитить их от износа. Очень, кстати, полезная штуковина. Про подключение я особо говорить не буду. В комплекте есть специальная инструкция, где все это дело описано, и думаю, даже любой школьник с этим разберется. Сам геймпад, кстати, очень шустро синхронизируется с телефоном, и можно тут же поиграть в свои любимые игрушки. Я поиграл в самые лучшие игры для Android, и все было отлично. Геймпад вполне справился со своими задачами, задержек и лагов не было, так что с этим все полный порядок. Что касаемо яблочных устройств, тут тоже все очень даже окей, геймпад, в общем-то, быстро подключился и все было отлично. Правда, сразу оговорюсь, что для iOS-устройств контроллер не все игры поддерживает, поэтому нужно будет в интернете поискать те игрушки, в которые можно с ним поиграть. Что касаемо стоимости, то стоит данный девайс всего лишь 2000 рублей, и, на мой взгляд, это реально очень дешевый ценник. Здесь, в общем-то, все очень даже качественно сделано, качество сборки прям на уровне, и за это, конечно же, респект. При этом не стоит забывать, что он мультиплатформенный, что, на мой взгляд, тоже редкость для подобных девайсов. Ссылочку, конечно же, я оставляю в описании под данным обзором, поэтому если вы заинтересовались, то можете смело перейти и все более детально посмотреть. Ну а я буду заканчивать, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока!